Всем привет, с вами Арам. Сегодня я вам расскажу, почему я использую UFO-фильтр Saturn и почему я считаю его самым лучшим. Этот сатуратор является для меня универсальным, и я его использую в разных целях. Давайте по очереди расскажу, в каких ситуациях я использую UFO-фильтр Saturn. UFO-фильтр Saturn у меня используется как основной инструмент для саунд-дизайна. Я его использую для обогащения синтезаторных партий в этапе лейеринга. Давайте покажу, как я настраиваю Saturn на басовом инструменте. Потом делаю копию этого же плагина, захожу в пресеты и загружаю сюда пресет под названием Pad Accent. Опять убираю высокие частоты и тут подмешиваю уже по вкусу. Иногда бывают такие случаи, что добавляю еще третий Saturn и в нем открываю пресет Beatcrusher под названием Lofi и подмешиваю уже по вкусу. С помощью Сатурна можно добавить вокальным чопом хруста и более прозрачного характера. Для этого открываем FA-фильтр Сатурн на вокальных чопах, заходим в эффекты и выбираем тот же самый пресет под названием Pad Accent и подмешиваем уже по вкусу. Не забываем убрать высокие частоты. Если хочется больше эффекта прозрачности, копируем еще раз FA-фильтр Saturn, заходим в пресеты All Around, загружаем Fast Master, убираем обработку низких и средних частот и подмешиваем только высокие и средние частоты. Наверняка многие не знают, но FA-фильтр Saturn можно использовать как процессор для того, чтобы накачать гитарные партии, добавить жира, плотности, а также подмешивать какие-то спецэффекты. Для этого специально существует пресетный блок под названием Guitar Amps, где можно выбрать различные пресеты и подмешивать сигналы. Еще одним важным плюсом является то, что Saturn можно использовать как mid-side процессор в этапе сатурации. Я очень часто использую FA-фильтр Saturn именно на мастер-шине. Для этого создаю несколько точек среза частот. В низких частотах особенно не делаю сатурацию. Потом создаю еще дополнительную полочку в средних частотах. В этом режиме переключаюсь в режим mid-side, направляю именно обогащение в side составляющей и добавляю драйва. Аналогичный процесс происходит и в высоких частотах. Ну что ж, я думаю, в принципе, на этом достаточно понимать, что этот прибор универсален и почему я его обожаю и считаю самым лучшим сатуратором. С помощью этого прибора можно сделать креативные обработки, делать сатурацию реверберации, дилеев, модуляционных эффектов и так далее. Функционал и сферы деятельности этого прибора безграничны. Пишите в комментариях ваше мнение об этом сатураторе, следите за нашими новостями в наших соцсетях и до новых видеоуроков. Всем пока!